Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова серия на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет серия такая, знаете, ну душевная, просто душевная серичка. Помогу Рыжику, подарю машину, квартиру, бабочки. Все будет в лучшем виде, поэтому смотрите видео от начала до конца. Но немножко произошла технеполадочка, потому что у меня не записался звук его микрофона. Я не знаю почему, но, к сожалению, он не записался, но я думаю, видосик все равно получился хороший. Немножко пообщался с ним, он живет в Украине, в принципе, как и я, то есть помог своему земляку развиваться на серваке. Я думаю, он как бы доволен. Я ему не говорил то, что я ютубер, я просто сказал то, что я администратор и все. То есть о том, что я ютубер, он не знает. Хотя, возможно, он когда-то увидит это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, сегодня у нас будет интересное видео, в принципе, как и всегда. Сегодня я хочу помочь одному из игроков данного проекта, а именно какому-то новичку подарить квартиру и машину. Машина получается вот эта, это семерка на красивых номерах. А второй подарок это вот эта квартирка, которую я словил по госу с гаражом, поэтому я думаю, ему понравится, тем более новичку. Прикиньте, вот, вы только заходите на сервак, и вам бац, дарят машину на полублатах и квартиру с гаражом. Я считаю то, что это круто, поэтому поставьте максимальное количество лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Я не знаю, либо поискать Рыжика на вокзале, либо поискать Рыжика, который работает, у которого есть уже права хотя бы. Скорее всего, такого мы будем искать. Гараж, по-моему, где-то здесь находится. Вот, гараж, получается, есть. Как бы все хорошо. Я просто стримил и на стриме словил по госу две квартиры с гаражом. Поэтому я решил одну квартиру как бы подарить кому-то, а именно какому-то Рыжику. А насчет семерки я на ней как бы не езжу. Поэтому почему бы ее не подарить? Тем более, как бы машина не охуенная, но зато прикольная на прикольных номерах. Я думаю, Рыжик будет очень доволен. Все, приступаем как бы к слежке, и как только я найду подходящего кандидата, я вам все покажу и расскажу. Я вроде бы нашел пацана, которому можно это подарить, у него второй уровень, он работает на ферме, либо квест выполнять, либо просто работать, я не знаю. Машин у него нету, я уже посмотрел. У него есть банковская карта, но она, в принципе, нам, я думаю, не пригодится. Но я думаю, это хороший кандидат, работа у него начинающий фермер. То есть у него реально ничего нету, второй уровень, 6000 рублей. Давайте, я думаю, к нему телепортируемся, как бы с ним пообщаемся, как минимум. Там уже посмотрим, может быть, у него даже есть голосовой чат. Я говорю, как ты понял, я администратор, я хочу тебе помочь, подарить машину и квартиру. Ты не против? Ну давай тогда заканчивай работу, поедем, я тебе подарю машину и квартиру. Бля, что его, конечно, плохо слышно, я не знаю, будет ли слышно на видосе. Я его-то хорошо слышу. Просто когда я снимаю через другую программу, там звук хороший. А я снимаю сейчас через Бандикам. И здесь звук записывается не очень. Мой голос хорошо записывает Бандикам, но голос других игроков записывается очень и очень плохо. Вот, вот эта квартирка. Как бы... Ну, она стоит где-то около миллиона. Ну, я думаю, тебе на первое время будет нормально. Так, давайте ему дадим 10 тысяч. Так, 10 тысяч. Так, продай дом игроку. Ага, 10 тысяч. Можешь зайти посмотреть интерьер. Я считаю, для него вообще будет нормально, блин. Первая тачка, семерка, тем более, с нитросиком. Я думаю, как бы ему пойдет, реально. Ему пойдет, тем более, он на родине вроде бы как не играл никогда. Поэтому для него, я думаю, вообще будет по кайфу. Блять, куда он обратно пропал? Ай, он в игре? Нет, его крашило. Заебись. Все, он, короче, перезашел, у него почему-то крашит, не знаю почему. Так, давайте пай, 42, 10 тысяч еще раз дадим. Так, сейчас давайте садимся в машину, продаем ему. Конечно, я для себя покупал, ну, в принципе, для Рыжика, пацаны, ничего не жалко. Как бы я часто помогаю своим подписчикам, обычным игрокам. Так, продать машину, все. Так, за 10 тысяч продаем. Я думаю, для начала ему вообще будет прям с головой просто. Давай сейчас тебя заспавню и машину телепортирую. Вот такую вот команду пропиши и все. Теперь вот у тебя будет тут стоять. Не забывай оплачивать, понял, квартиру в банке. Типа, если ты 4 дня не будешь оплачивать, то она слетит. Доволен, как бы. Ну, машинка, конечно, да, не супер, но пойдет. Ну, будешь продавать, продавай минимум за лям 500. Ну, номера тут еще. Тут номера только стоят 500 тысяч.
Машина сама где-то лям. Все, желаю тебе удачи, как бы, если что, пиши в репорт, админки помогут, тут хорошая администрация. Все, пацаны, вот такой вот видосик, как бы, я ему помог, подарил ему машину, квартиру, 200 тысяч, я думаю, на первое время ему хватит. Я надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Да, скорее всего, она была не очень длинная, но зато мы помогли одному игроку, теперь он будет играть здесь. Тоже играйте вместе со мной, заходите на родину, вводите мой ник, вводите мой промокод. Вся информация есть в описании под видео.